Еще 4 больницы – Чувашия, АллатРская, Батыревская, Шумерлинская и Ядринская – присоединились к проекту «Новая поликлиника». В его основе – внедрение бережливого производства, экономия времени пациентов и врачей. Главная цель проекта – сделать поликлиники доступными и комфортными как для пациентов, так и для персонала. Эргономичная организация работы позволит медицинским работникам все освободившееся время уделять общению с пациентами. В тех больницах, которые уже работают в проекте «Новая поликлиника», заметно сократились очереди. Больным не приходится подолгу ждать приема. Хорошо работают и специальные маршруты, разработанные для диспансеризации детей до года. Проект запущен Минздравом России в 2017 году. В нем участвуют уже 22 больницы Чувашии.